Мы всегда ждем с радостью кандидатов от УМВД по Владимирской области. И как практика показывает, действительно достойные представители своего региона приезжают к нам. В рамках профориентации УМВД России по Владимирской области уже в пятый раз открывают свои двери для встречи с будущими абитуриентами. 250 старшеклассников и 4 вуза на выбор. Московский университет МВД, его филиал в Рязани, Орловский юридический институт и Нижегородская академия МВД России. Старшеклассники смогли не только узнать подробнее о ведомственных вузах России, но и получить ответы на свои вопросы из первых уст. По словам организаторов, интерес к профессии растет с каждым годом. Сегодняшнее мероприятие ориентировано на выпускников школ, 11-классников, которые в дальнейшем, поступив в вузы МВД, в дальнейшем, наверное, хотели бы продолжить службу в органах внутренних дел, соответственно, получив достойное образование. Можно ли учиться на полицейского заочно? Какие баллы ЕГЭ нужны для поступления? И вкусно ли кормят в вузах МВД России? Эти и другие вопросы интересовали владимирских школьников больше всего. Екатерина Лосева учится в школе номер 23 в Коврове, в кадетском классе. В будущем Екатерина хочет стать следователем. Порядок в стране зависит от полиции и... От нас очень многое зависит, чтобы продвигать нашу страну вперед. Кроме ответов на вопросы, сотрудники УМВД России 33-го региона подготовили для учеников выставку техники. Старшеклассники могли узнать, чем пользуются полицейские криминалисты в работе, ознакомиться с возможностями госавтоинспекции и специальных подразделений МВД. 22 ноября в Муромском отделе УМВД также прошел День открытых дверей. Его посетили больше 150 участников. Игорь Липский, Егор Храбко, 6 канал.